Берегите струны нашей души, струны сердца трогайте печалью. Наш покой смертельный был нарушен, новый гроб с любимыми отчалил. Не прожив отмеренного срока, 70 годов им не отметить, плачут недоконченные строки, в скорби недопетые куплеты. Где они, оплаканные хором, что им видится и слышится впервые? Словно новостройка за забором выпрямляет мысли все кривые. Им открыто, точно, не в догадках, нет у них, быть может, вероятно, опахнет ли пламенем их адским или райским запахом приятным. Два пути, налево и направо, верят православно или по-сектантски. Им всего лишь два отныне варианта – пить бальзам целительный, отраву. Там внушено, вложено, насильно, как и что реально, так как есть. Наш мираж земной лишь до могилы, дальше откровения не счесть. Непонятно, как даешь анализ всем своим поступкам, мыслям и словам. Там других не виноватит палец, грех не делит с кем-то пополам. И во всем, что не случилось даже, но могло с тобой произойти, Божьей милостью увидишь, скорбно скажешь, прав ты, Боже, и суды твои. О, наплаканный, уже вкушает вечность, книга дел закрыта неизменно. Траурной мелодией помещен этот день в календаре настенном. 28 августа 2004 года.